VPN Gate Client. Приветствую вас. Предлагаю вашему вниманию VPN-сервис, бесплатный, правда, на английском языке. Ну, здесь всего две кнопки, разберемся. VPN нужен для смены IP-адреса, смену страны, то есть для анонимного посещения интернета, а также заходить на заблокированные сайты. Это официальный сайт, ссылку я оставлю в описании под видео. Язык английский, японский, работает на Windows 98, XP, Vista, 7, SP1, 8, 10. Нажимаем Download Soft as a VPN Client. Сохраняем. Скачался архив. Закрываем браузер. Кликаем два раза по архиву. Здесь вот VPN Gate Client, exe-шный файл. Два раза кликаем. Нажимаем Далее. Далее. Галочку ставим I agree. Далее. 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 Появился ярлык программы. Старт оставляем. Готово. Архив закрываем. Появился значок на панели задач и в трее значок. Не подключено. Not connection. Кликаем левой кнопкой мыши по значку. И здесь вот VPN Gate Public VPN Relay Servers. Два раза кликаем. Окей. И открывается окошко с серверами. Серверы. Вот IP-адрес, страна, линейная скорость. Давайте расширим. Линейная скорость, пинг. И выбираем сервер. Здесь можно проскролить. Выбираем поближе, наверное, желательно. Ну, надо пробовать. Где скорость лучше будет на том сервере работать. Ну, давайте Японию попробуем. Connect. Окей. Подключено. Домашняя сеть. Закрыть. Проверяем скорость, тестировать. Пинг 616. На прием 0.93 мегабита в секунду. На передачу 0.33 мегабита в секунду. Disconnect. Пробуем другой. Корея, Republic, Connect. Окей. Подсоединено. Настройка сетевого размещения, домашняя сеть. Закрыть. Пробуем в браузере. Проверяем скорость Кореи. IP-адреса. Пинг 545. На прием 1.49 мегабит в секунду. На передачу 0.55 мегабит в секунду. Но надо пробовать. Это Корея была. Disconnect. VPN connection. Нажимаем. Нет соединения. Ну, надо пробовать. Искать сервера. На каких скоростях более-менее. Пишите в комментариях, каким VPN сервисом вы пользуетесь. Какой лучше. Мне интересно. Замечания, пожелания, вопросы пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео было полезным для вас, или дизлайк, если видео не понравилось. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо вам. Всего доброго, удачи. До свидания.